Для пополнения фонда городского музея молодой депутат Алексей Штаничев передал в дар печку-буржуйку, изготовленную в 1956 году Государственным союзным армавирским машиностроительным заводом. Забота о сохранении исторического наследия Армавира – только часть той работы, которую выполняют молодые депутаты. В их число входят народные избранники, не достигшие возраста 35 лет. В нашем городе они оправдывают доверие избирателей и не сидят сложа руки. Ведут прием граждан в округах, помогают им справляться с проблемами. Воспитывают молодежь, занимаются законотворчеством. Одна из недавних инициатив – борьба с курением в общественных местах. Этот вопрос решается комплексно. Как только наши молодые депутаты эту проблему увидели, соответственно, была поставлена задача первая – это пропаганда совместно с отделом молодежи, встреча, объяснять ребятам, что, ребята, это чревато. И второе, вот у нас будет сессия, и мы будем выходить на законодательное собрание о том, чтобы в административный кодекс внести статью о том, чтобы привлекать в ответственности курение кальянов как курение в общественных местах. Председатель Краевого совета молодых депутатов Александр Поголов высоко оценил успешную работу армавирских народных избранников. Он напомнил, что в прошлом году наши молодые депутаты стали победителями краевого конкурса и заработали для города отличный подарок. Этот конкурс поддержал Вениамин Иванович Кондратьев, также Юрий Александрович Бурлачко. То есть победителю среди городов выделяется 3 миллиона рублей. И эти деньги совет может потратить только на приобретение детских игровых площадок, либо спортивную площадку. Мы хотим, чтобы все-таки у нас подрастающее поколение, молодежь, как можно больше занимались спортом, были здоровы. Многофункциональная спортивная игровая площадка появится в Комсомольском парке. Ее уже начали строить. Сделана площадка, залито основание. Началось благоустройство, и я думаю, до конца октября, наверное, эта площадка будет выполнена в полном объеме. Армавир стал 7-м муниципалитетом, который посетил Александр Поголов. Свои визиты он наносит по поручению председателя ЗСК Юрия Бурлачко. Цель – проанализировать работу молодых депутатов на местах, помочь ее активизировать. Александр Поголов сказал, что деятельность армавирских избранников может служить примером. У нас на этих постах достойные люди. Кстати, из них вырастают грамотные политики. Председатель городской думы Армавир Поляков Александр Валерьевич, он из числа молодых депутатов. Да? У нас есть еще институт наставничества, то есть это Андрей Николаевич Дорошенко, который из числа молодых депутатов. Титов Алексей Николаевич, который был в Совете молодых депутатов, избрался депутатом законодательного собрания. Совет молодых депутатов – это та школа, где ребята проходят обучение, где они делятся опытом. Понимать проблемы граждан и уметь их решать – главные задачи депутата. Армавирцы с этим справляются. Александр Поголов сказал, что нужно стимулировать и поддерживать активность молодых народных избранников. Влада Волошина, Артур Карджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».